Здорово, ребят, на связи Шамшурин. Вот, сегодня какое-то такое морозное, клевое утро. Наконец-то солнце в Москве. Потому что я вообще без солнца не могу. Вот, мне важно, чтобы что-то светило с неба. То есть, а вот в Москве с этим, конечно, проблемы зимой. Вот. Что сказать, то есть те ребята, которые пишут в комментариях, забыли, ну там давно тебя не было, уже забыли тебя и так далее. То есть, ребят, был в отпуске, ну там почти, сколько там, 20 дней, наверное, ничего не делал, там, куда-то ездил туда-сюда и так далее. То есть, ну, как и все нормальные люди, наконец-то отдыхал в Новый год. Вот, значит, в ближайшее время увидите видос с какими-то кусочками, там, нарезкой, где я был за там, прошедшие несколько месяцев. Может, кому-то интересно что-то будет посмотреть. Ну ладно, не суть. То есть суть этого видео в следующем. Ребята, которые заказали, получили, уже прочитали мою книжку. Огромное вам спасибо, что там столько было заказов, столько было потребностей в книжке. То есть, вот, у меня к вам просьба, парни, мне нужны ваши отзывы. То есть у меня в этом году есть цель продать 50 тысяч экземпляров книг. Я, правда, пока особо не представляю себе в голове эту схему, как я к этой там, точке Б приду, то есть как я это продам, как я это сделаю, как я распространю. Но у меня есть такая цель, поэтому если есть цель, значит, какие-то пути к ее достижению, они появятся, они найдутся. Поэтому история такая, что мне нужны ваши отзывы, ребят. Значит, просьба следующая. Берете книжку, как бы где-то там становитесь на фоне какой-то достопримечательности вашего города и говорите какие-то буквально там пару-тройку слов, что-то про эту книгу. То есть я такой-то, такой-то, прочитал книжку, я с такого-то города, вот там, что понравилось, например. И то есть буквально очень-очень короткий какой-то текст. Желательно телефон держать, ну, не вертикально, если вы будете снимать на телефон, а горизонтально, чтобы потом это видео нормально смотрелось. Вот, для меня очень важно, ребят, если вы пришлете мне свои отзывы. То есть, если у кого-то нет возможности... Такой скрип. Если у кого-то нет возможности, значит, сделать видео, хотя бы снимите какое-то фото, где вы стоите с книжкой в руке, там, ну и что-то в этом духе. То есть, еще раз, мне нужны ваши отзывы для чего? Чтобы мы потом нарезали в ближайшее время такое как бы видео из кусочков, из фотографий, из отзывов ваших, из ваших каких-то речей об этой книге и выложили на канал. То есть мне это нужно в том числе для того, чтобы издательство АСТ, с которым мы договорились печататься, вот, чтобы оно быстрее меня напечатало, то есть поставило меня как-то вне очереди. То есть мне очень хочется, чтобы этот процесс задвигался, потому что книга, еще раз напоминаю, она вообще... Ну, как бы она вроде бы о пикапе, но она вообще в целом не о пикапе. То есть, и женщины там только предлог к саморазвитию. Вот. Просьба сделать это в ближайшее время, ребят. Будет очень, очень полезно и очень приятно для меня. То есть, это будет большая услуга с вашей стороны. Куда высылать? Под видео вы видите почту. Либо мне в личку ВКонтакте. Ну, как бы в личку, я не знаю, как получится видео отправить. Лучше в почту. То есть, высылайте в почту... Вам уже за это заранее огромное спасибо. С меня какая-нибудь плюшка тем, кто выслал. Потом напишите, по скайпу поболтаем. Как-то так. Вот, ждите следующих видосов. Будет интересно. В этом году огромное количество планов и проектов. Поэтому не теряйтесь. Я тоже не буду теряться. Все, увидимся. Пока.